Всем привет, с вами... Hello, boys, с вами я, Кликербой. Сегодня опять моя серия по постройке моего особняка. Крипера. Вот так. Чё ты? И, кстати, версия 1.8.1.9. Даже 1.10 жители сами работают, сами сеют, сами собирают. Я вам, я не шучу. Я когда такой играю. Ой. И короче, жители копают огороды. У них хоть и руки сложены, но они ж работают как-то. Ну, смотрите, как это будет нормально. На одном из... Погодите. Просто я просто уменьшил масштаб на American Revolution. Вот, смотрите, я снимал на Майнклубом. Кто хочет, найдите у меня. Подписан обзор на тексту пак майку. Блин, опять не отвечать даже. Ну всегда так, когда загружаешь тексту. Сейчас какой-то тексту пак. О. Ну все дела. Не знаю, как это все будет. Какой домик. Ай, какой. А я ничего не меняю. Смотрите. Топор поменялся, как все поменялось. Оружие вместо лука мушкет. Так он, смотри, там с луком он стреляет. Так. А вот как. Как настоящий мушкет. Тут униформа есть, можно это перекрасить. Меч. Кстати, урон 7. Самый мелкий урон, это 4. Вот этих у железного и алмазного у него урон 7. Вот такие вот тут дивные. Вот. Тут все меняется. Даже сама конфигурация деревни изменилась. Пак, я вам советую скачать, он такой клевый, я на нем играю. Там у меня есть один сервер, я строю, я еще делаю его. Так что я задумер. О, меди. Силы. Ну, морать не хочется. Ну, не знаю, может я на версии 1.8 тоже вам покажу. Как он версии работают официальные скины. Я не знаю точно. Потом. А может крипер бой не удастся. Ой-ой. Не забываем о нем, что я его строю. Так, забор.
18 то века. Когда революции в этом в Америке, когда мы против Британии воевали на то время. Ну, отстаивали свою независимость, короче. Ну вот что они только может быть под этим под проводом британцев. Нет. Ну, в скором времени сниму видео на тот сервер, который я сделаю. Только походу уже с другим скином, я так понимаю. Блин. Кстати, он такой получается. Скажите, да? Блин, я балкон сломал. Вот так. Блин, а что у нас? Трое вообще внутри. А где ступеньки будут? Нет, это дело не пойдет. И вниз и ступеньки вставить вот здесь тоже. Блин, польза. Зачем мне это все деревянное? Смотри, как будто там это дождь идет. Кстати, давай я буду строить под дождь. Грозовую волну, по-моему. Началось. Там громко долбанет, так долбанет, блин. Какая кухонька, нет, маленькая вообще. Нигде. Жму, уже гроза. Она что, подумай, не попала. Фу, британцы. Засесть в засаду, огонь. Британцы, которые тут вышивали. Съел один британец. Остался последний. Вот так. Да сколько же их там? Убил. Ну, уже поспать, потому что водка вообще бешеная. О, хорошо. Ну все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оцените, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Я сейчас скоро выпущу еще один видос.